Книга «Открытым оком», 9 том, тема «Потеряевка», вопрос 2218. Ваши братья из поселка Потеряевка начали по окрестным деревням благовестить. Есть ли какой успех? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Мы не сектанты, поэтому эстрадного христианства использовать не можем. По воскресеньям ездили в соседние деревни, приходили несколько человек на назначенную встречу на квартире. А потом почти на нет и сошло. Даже место в библиотеке было предоставлено, но на многие объявления, развешенные приглашающие, не откликнулся ни один человек. Ходили по дворам, пришли две старушки, провели молебен, потом собеседование. Народ ничего не хочет слушать сразу же. Начальство ворует, а почему нам нельзя? Главный вопрос. Разрешите воровать? Прошел год, в 2004 году, 11 июля, было годовое крещение у нас, крестилось в нашем озерце, 5 человек на 2 общины. Не густо, конечно, но по-другому никак нельзя. Мы боимся Бога и поэтому трудимся, во всем доверяя Богу. Успех был бы очевиднее, если бы не было этой обольстительницы патриархии. Они на всех клеймо поставили свое мочение головы, и люди уверены, что им уже ничего не надо. Они уже получили все, а Библию верования – это от сектанта. Нужно найти тех, кто ничего не слышал, кто не осквернен мочением, на ком нет этой печати. Этим и благовествуем. А таких, кто готов хотя бы на занятия прийти, хотя к ним и на дом приходили, приглашали, и нет почти. 2 Коринфянам 4:3-4. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Благодатное время, смотрю по утрам, широкие крылья зари розовеют, маковка купола, крест непрекаянный храм, перевалочной базой для птиц суховеев. На небо смотрю, запрокинув свою заземленность. Перо пролетающей птицы нашел возле церкви. Крапива красуется в рост у раскидистых кленов. Как будто не люди здесь жили, а черви. Коротенькой жизнью они дорожить не умели. Ушли, растворилось небывшее их житие. Проржавленный остов деревни маячит на мели. Веселье молекул российских безмерное их питье. Божественным чудом природы дивиться не стали, хотя по сезонам оно наплывало не тайно. Плодили пропоиц и отступников, гнусных каналей, Иуды шептались, и правил воинственный Каин. Вот тут я и рос, одичалой ранеткой колючей, со скрипом до нужной кондиции сам доходил, к основе евангельской, к участи вечной и лучшей, среди ароматов наитий безбожным вождям не кадил. Законом была неподкупная совесть заначки, стыдобушкой горькой несло половодьем весной, служил на Амуре, качало трясучей Камчаткой, легко мог сглотнуть, подавившись партийным билетом блесной. Корабль развернула у пирса незримым течением, когда Иегова сам Библию мне подарил. Никто из рожденных остаться не может ничейным, смеется еще грудничком или плачет предсмертно старик, прогнозы о скорости ветра пророчит, разорваны в клочья картины лазуревой тучи, выводит мою биографию, рожицу корчит, будильник поутру трясется в подучей, мое благодатное время целую следы, столкнулся я с ними на черепе страшной Голгофы, и храмы не вечны, к истокам уходят потоки воды, во свете Христовом иное в анфас, да и в профиль. 15 июня 2004 года, Игнатий Лапкин.